Всем привет! Сегодня я устрою дуэли против подписчиков в Roblox Bedwars'е. Также мы узнаем, смогу ли я победить хотя бы одного подписчика или всех. Если под этим видео мы наберем хотя бы 200 лайков, то я сделаю продолжение, но уже... Ну, вы узнаете, если мы наберем 200 лайков. Так что нажимаем на кнопку лайка, ну и подписочки можно. Итак, начинаем. В первом раунде я буду сражаться с Кримсоном. Он очень любит Бедварс, и у него есть все кит-наборы. Так что это может оказаться нелегко. Но это не точно. Так, я даже не знаю эту карту, если честно. Куда тут надо идти? Я вижу там только один изумруд, который мне нужно забрать. Сейчас заработаем 20 железа, купим меч и пойдем в атаку. Так, мне кажется, ну там блоки уже купил и идет куда-то. О-о-о, все, он уже строится. Он себе кровать защищает. Крутой. Так, у меня вообще кровать без защиты будет. Покупаем немножечко блоков. Он, мне кажется, за изумрудами пошел, блин. А вот тут уже будет немножко сложновато. Да, он лутает изумруды. На какой-то кит-набор с изумрудами. Он юзи-кит взял. Блин, это жестко. Давай. Все, завалил я его. Обалдеть, это было так круто. Так, просто первый раз ударил. Все, у меня уже есть 6 изумрудов. Так, купим это. Шарики. Думаю, эндерперлы потом еще куплю. Заработать надо. У меня есть броня, это хорошо, в принципе. Сейчас уже... Опа, он взял один изумруд. Мне кажется, он сейчас просто цепешнится к моей базе и все. Мне будет капец. Блин, что я сделал? Просто взял, потратил свои шарики ни на что. Так, более-менее я взял неплохое оружие. Просто тогда куплю шарики, 3 эндерперла. И можно, в принципе, его рашить. Пока он там не раскочегарился. Так, главное, чтобы он не узнал про мой злодейский план. Осторожно так. Эндерперл! Нет, он на моей базе. Обалдеть, он, конечно. Хорошая у него тактика была. Все, у меня нет кровати. Хоп, и у него тоже нету ее. Так, сейчас мы просто, да, что мне надо сделать? Купить мне, наверное, побольше шариков, пойти его убить. Так, так, так. Куда, 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 давай, давай. Куда ты убежишь? Блин, что я сделал опять? Все, победили мы. Пока в магазине сидел. Я немножко эндерперлов просто закупил всем. И я смог победить Кримсона, это очень круто. Так, все, давай начинать тогда. Хоп, и чё, внутри. Что же он там делает, мне интересно. Ага, он тоже копит. Сейчас быстренько себе куплю меч, побегу и прокачаю что-нибудь там. Так, все, хватает на меч. Он тоже себе меч купил, я вижу. Неплохо, неплохо. Все, я побежал, у меня есть 32 блока. Попробую что-нибудь там себе... и купить. Ага, он решил защищать свою кровать. Хорошее решение. Так, а я решил себе прокачать что-нибудь. Пока что я его не вижу. Он дальше фармится. Сейчас мне главное купить себе молот. Хоп, меня очень много где будет спасать. Так, все, я побежал. Мне кажется, он себе броню купил. И да, у него же деревянная броня. Ну, он решил фармиться. Вот я вообще что решил. Да я тогда себе немножко эмеральдиков заберу. Он сюда идет. Надо быстрее валить на базу. Он уже идет сюда. Он уже близко, наверное. Так, я купил себе алмазный меч. Ему еще 2 эндерперла. Куплю броню и думаю, пойду в атаку. Хватит уже тянуть. У меня есть алмазный меч. Все такое. Думаю, смогу справиться. Так. Ага, он тоже, значит, сюда бегал. И... Ага, он даже за генератором, мне кажется, не бежал. Че же он там идет, мне интересно. Жесть, жесть, жесть. Все, убил. Так, опять убил. Нет, все, у меня не хватит времени. Все, он чуть меня не замочил, у меня был алмазный меч. Так, сейчас еще немножко вещей получу. Хоп. Так, у меня уже есть немножко ресов. У меня там везде шерсть, надо ее сломать как-то. Так, купим себе каменную броню. Так, что я побежал, у меня есть 4 эндерпера, я думаю, мне этого количества хватит. У меня еще броня и алмазный меч. Все, точно выиграю. Должен. Так. Все, минус кровать. Где же он? А мне кажется, он не собирается выходить. Все, и давай. Один удар. Я выиграл. Я так и знал. Что-нибудь хочешь сказать? Что я могу сказать? Я могу сказать то, что ты меня победил.
Так, раунд начинается, и мы сразу добываем ресурсы. Так, купим немножко блоков и сразу пойдем за алмазами. Хотя мне кажется, мне не даст этого сделать. Все-таки рискну. Так, все, у меня есть 4. Этого количества мне хватит на то, что я хочу купить. Так, осторожно спускаемся. Уже время быстро. Так, покупаем себе Armor Protection. Теперь... у меня как будто есть деревянная броня, но ее нету. Просто 20% силы у меня. Все, я пошел вперед. Угу, он тоже себе лутает там все, я вижу. Так, ну я заберу себе немножко изумрудов. Немножко? 6 штук? Жесть, блин. Так, вот у меня есть много, очень много изумрудов. Думаю, надо купить 2 эндерперла и алмазный меч. Так, 2 эндерперла, и сейчас пойду алмазный меч покупать. Так, сейчас вот так заберем. Еще один, 6 алмазов. Побежали, купим себе, наверное, урон сейчас, спидранеры. Хоп. Жесть, блин, он там залез. Кровать ломает. Нет, не-не-не-не-не-не-не-не. Так просто ты мне кровать не сломаешь. Все, все. Я его даже не заметил. Чуть не убил. Так, мне срочно нужно еще 4. А у мальчика. Так я же хотел армор и купить. Забыл. Так, еще 4 секунды. Так. Армор и сразу алмазный меч. Все, теперь ему меня не одолеть. Остается только мне купить. Мой любимый молот. И я, в принципе, могу начинать атаку. Где он там? Я его даже не вижу. А он уже идет сюда. Ага, я не ожидал, что у меня был алмазный меч. Сейчас я еще раз залутываю все. Думаю, мне еще 2 изумруда, и я смогу очень сильно раскачаться. Так, купим еще, думаю, топорчик. А нет, ладно, не надо пока что. Лучше броню. Хоп-хоп-хоп. 6 изумрудов. Еще 5 алмазов. Еще один. Что же мне купить? Думаю, мне может пригодиться лук. Немножко стрел. Еще 2 эндерперла. И также немножко шариков. А за алмазы я куплю себе генератор. Да, вообще неправильно все потратил. Думаю, я побегу ему, сейчас сломаю кровать и... Ага, он в защиту кровати. Опа, все, убил. Сейчас взломаем кровать. Все. И остается только его убить. Куда пошел? Давай. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть, давай. Ах, он убегает еще. Давай, один удар, и все. И один удар. А пусть он бежит. Это было прикольно. Блин, ну? Я не понял вообще, а ты откуда спрыгнул? А я телепорт на усе с помощью телепорта. Понятно, я не заметил, я в магазине еще сидел тогда. Так, давай, все, я себе купил меч. Погнали. Ты где? Меч. Я тебя жду. Он что, стоит фармиться? Он Fortnite билдится. Нет, конечно. Сейчас я себе куплю блоки и пойду сразу. О, даже ждать не пришлось. Давай, идем. Ты куда там себе берешь? Все. А я уже эмеральды выкинул в канал. Не повезло. О, все, сейчас ты погибнешь. Все, убил. У тебя больше хп было. У тебя меч был каменный, ты фармился. Ну да. Логично. Ты эмеральды себе берешь. А я их выкинул. В канал. Никому не достанется. Все, я взял один тоже. Давай идем. Что, бро? Блин, взял себе броню, купил. Давай, нет, не ломай кровать, пожалуйста. Нет, не успеешь. Все, убил. Ничего себе. Так, короче, я покупаю шарики тогда. Нет, 3 эндерперла. А у тебя точно. Так, у нас получается 2 ломания кровать. Спасибо. Давай, пожалуйста. А он на твою базу пошел. Рассетнись. И тогда быстро пойдет на твою базу. Уже не надо. Да, уже не надо. А что, давай? Теперь мы поменялись командами, да? У нас 2-2 счет. Так, у меня... Что там делаешь, мне интересно? Ну, так немножко. А что железка? Он на генератор бежит. Все, я иду. Так, опа, на... Что, железный меч так... Так, ничего, я поднялся наверх. У тебя блоков нету. Надо как-то мне сбежать отсюда. Нет, все, я проиграл. Замечательного. В первой дуэли я проиграл. Так, заходи в синюю команду, и мы сейчас будем начинать с тобой наш... Рыба. Давай. Так, начинается матч. И я должен купить мне меч. Так, покупаем сразу меч и идем за алмазами. Купим Armor Protection. Так, хватает на блоки и побежали сразу. Все. А, нет, а он кровать защищает. Блин, это плохо, конечно. Так, хоп.
Хоп, строились. Слава, я же могу через окно выпрыгнуть, это будет быстрее. Гениально. Так он уже идет ко мне. Так, так, нет, нет, я упал, но он тоже упал, фух. Он очень близко ко мне подошел. А что я армор протекшн купил? Ну, можно прям сразу на него напасть и сломать кровать ему. Попробовать. То есть, ну, что написал? Хиди. Так, ну, мои характеристики чуть-чуть получше получается. Потому что у меня есть меч, хотя, может, у него тоже есть, я даже не знаю. Так, так, что, он броню купил? Нет, только не это. Ой, блин, все, мне капец. Так, он идет на меня. Так, сейчас я... Быстренько, как спидран... Покупаю себе броню. И он тоже себе все это купил, как я. Все, я его победил. Так, он себе, получается, генератор прокачал, а я без генератора. Это плохо. У меня есть еще 6 изумрудов, хотя алмазов. Все на них куплю себе урон. У меня почти кровать, кстати, сломал. Можно сейчас тогда завалить. А он... О, он меня обхитрил! Нет! Ладно, у меня ничего не остается, кроме как пойти и ему сломать кровать. Так. Жесть, конечно. Так, 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 так. И... Yes, я ему сломал. Так, сейчас купим вот это и вот это. Пойдем еще чем прокачаем. Ну, неплохо, у нас у обоих нету кроватей. Что-то жалко. Так, мне нужны срочно алмазы. Уже 3. Сейчас еще 3 возьму. Уже 6, неплохо. Интересно, где он? Так. Купим немножко шаров себе. И эндерперлов. Так, он идет ко мне, я это вижу. Офигеть, он жесткий. Так, ну, я убежал от него успешно. Такой, наверное, сейчас в шоке. Надо мне алмазный меч купить себе. Что я сейчас как раз таки сделаю. Что, он сам проиграл? Я уже думал. Я уже хотел себе броню покупать. Его, кстати, поднял. Что произошло? Ух, победил. А как ты так проиграл? Я себе уже алмазный меч покупал. Я упал, знаешь, я, посмотри, там маленькая дырочка, я просто в нее упал. А, вот это что ли? Блин, а я ее застроить хотел, хорошо, что не застроил. Я зашел, он, но давай, еще давай, третий реванш у нас уже. Один раз я выиграл, один раз ты выиграл. И сейчас у нас, типа, финальный раунд. Если бы у меня был кит, который был у Кримсона, я бы вообще всех тащил. А какой у него был кит? Юзи. А, это да, очень крутой. Это мой любимый, только у меня его нет. У него с каждого батл пасса есть этот, с 50 уровня. А-а-а. Так что он вообще может на изи любого победить. Так, ну что ж, у меня уже есть блоки. Что ты там делаешь? И, кстати, твоя та же карта, да, вроде бы? На которой ты меня в первый раз победил. И алмазы в канаву выбросил. Ах ты! Нет! Нет, 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 нет! Только не это, только не это, только не это! Ничего, все равно не выживешь? Фух, я с тебя кучу ресов получил. Спасибо. Пять железа. Очень много. Ай, у меня нет, было... Я вообще-то получил с тебя 3 изумруда и 30 железа. А, изумруда подобрал, значит. А, точняк! Надо было выбросить. Так, еще ну, спасибо за 3 изумруда. Уже 6. Точняк, че я люблю? Даже зря тебе этот кит посоветовал. Давай ты другой возьмем, уже более крутой там. Так, давай я иду тебя рашить тогда. Ну, да, я тебя тоже. Бедспортивные игроки. Мы киберспортсмены. Мы не аборигены. Так, я бегу. Я бегу, бегу. Ой, о, блин, о, ты жесткий. Жесткий фортнайтер, строитель. А ничего, что он твою кровать ломает, а ты... Ничего. Мне без разницы на кровати, если честно. Она мне не очень нужна. Почти вынес. А, у тебя же... Мне главное тебя уничтожить и забрать свои вещи. Так, ну теперь у меня нет кровати, но зато есть вещи. Зато у тебя есть куча изумрудов, которые ты у меня. Я уже потратил. Спасибо за еще изумруды. Не ломай желешку, только она у меня только одна. Стой, посмотри на желешку. Спасибо. Он твою кровать ломает. Куда? Ты как посмотри? Тебе лучше бежать от меня. Беги, 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 беги. Ну, это было очень легко. Реванш твой. Так, кто со мной в тиме? Да, давай я. Хотя мы выиграем быстро. Нет, давай вместе, да, против Кримсона. У тебя Кримсон, наверное, сосредоточился, и его будет нелегко победить. Давай сейчас проверим. Ну что ж, Кримсон, это снова битва. И старт матч. Смотри, у нас Юзи киты, круто. Моя мечта сбылась. Я не знаю, как он работает, правда. Блин, он слабо прыгает. Это не, знаешь, что надо правильно прыгать, надо в прыжке. Это чтобы это кит для раша. Стой, давай сразу рашить. Давай. Че мы тут сидим-то? Блин, какие крутые тут мечи, реально. Давай, погнали, погнали. Не, кровать не надо защищать, надо просто идти и рашить. 28 железа стоит, да, вот это. Офигеть, блин, ты. Ты через это перепрыгнул? Да-да-да. Вау, мощный кил. Они все кровать защищают, смотри. Погнали, еще блоки.
Что? Меня сразу скинули просто. Да, нас всех просто скинули, мы все попадали. А где ваша кровать? Ой, а как он меня... Я не увидел. Ты где там? Всех... Всё, класс. Ну тебя сейчас, я думаю, там тоже вынесут. Я пока этот... Меня уже... Ну-ка, я пока что блок понаставлю. Стой, подожди, давай накопим железо на каменный хотя бы. Не, у меня есть каменный. Знаешь, это прикольники, согласись, да? О, да. Нормально. Буду копить на границе. Так, ну что, готов вражить? Они там целую крепость построили против нас. Да, у нас тут очень важные штуки такие. А почему вы на нас не нападаете, а мы на вас? О, смотри, там Кримсон бегает. Он к нам в обход пошел. Опа, что делать? Все, Кримсон упал. Мне с него много чего дали. У него урон повышенный. Кого? У этого. Да, у нас урон повышенный, я забыл сказать. Не, у меня есть каменный. Согласись, да? Давай, смотри, мы купим этот копалку или динамит и пойдем в атаку. Мы еще будем баррикады делать. Нет, короче, я просто. А что ты построил? Или кто это построил? Мы же можем перепрыгивать. Это я построил. Кримсон бежит к нам. Ой-ой-ой-ой. Все, я убил. Эта штука наносит 30 урона, она очень крутая. Он одна кровать ломает, знаешь? А что у меня не ставит? У меня не ставил саблок, я хотел закрыть себе. Да такое. Ладно. На один эндерперл, смотри, на. Один эндерперл. Не жалко. Бежать ли хорошо? У тебя есть эндерперл? Нет у меня ничего. Кажется, мы что-то на месте стоим. Тебе не кажется так? Кримсон! Полетел вниз. А, он жив! Иди на базу скорей! Ё-моё, у него... Он вообще скрывает сама, ты знаешь? Сейчас. Жесть, он жесткий. Опа, все, убили. Хорош. Так, у меня ровно хватает на один динамит, погнали. Не-не-не-не-не, не надо. Так, я купил... Ой, он нас стреляет, смотри, какой жесткий. Продвижение. Нет, после него очень много. Это очень много. Давай. Там Кримсон ТП шлался, беги на базу. Давай просто брать. У тебя есть динамит же. Ну есть, а толку? Не поставите. А, уже поставили. Давай ломаем кровать им. Защищай. Ты что меня не защищаешь? Ты меня не защитил. Почти. Давай. Ломай, у тебя половина сломана. Давай. Одно хп у меня осталось, 4 хп. Офигеть. Стой, не прыгай, ты можешь умереть. Прикинь, как бы разобьем их тут. Да, ничего, они нападут по одному. Сделай себе железный, если хватает. А где они? Так, где же вы там? Оба, на одного, смотрите. Не надо, мы нигде. Все, минус Кримсон. Здравствуйте. Как я понял, у меня конец, да? Где ты? Я погоди, а, еще не конец тебе. Он сзади. Толку а не надо, не надо меня убивать. Надо. Давай ты сюда. Нет, пошел вон отсюда. Все, победа. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока.